Здравствуйте, в эфире Национального телевидения Чувашия, очередной сеанс правительственной связи. И сегодня у нас в студии руководитель управления Федеральной налоговой службы по Чувашской республике Марина Петрова. Добрый вечер, Марина Валерьяновна. Марина Валерьяновна, доходная часть бюджета республики формируется преимущественно из налогов. Из каких именно? Это, безусловно, основная доля поступлений в бюджет Чувашской республики в доходную часть – это налог на доходы физических лиц, налог на прибыль с организации, это у нас налог на имущество организации, это у нас акцизы, транспортный налог, то есть основные налоги, налог по упрощенной системе налогообложения, то есть основные налоги, которые дают доходную часть нашего бюджета. И вот какова собираемость этих налогов, и какой из них, может быть, лидирует в структуре наших платежей, а какой, наоборот, отстает? В этом году для нас явилось приятным сюрпризом, что, конечно же, неплохо собирается налог на прибыль с организацией. Даже при той тяжелой экономической ситуации, которая сегодня как в стране, так и в республике, налог на прибыль у нас, конечно, идет большими темпами с приростом. Неплохо собирается единый налог по упрощенной системе налогообложения. Это порядка 115% от уровня прошлого года. Неплохо идут акцизы. К сожалению, в этом году мы отстаем по поступлениям от уровня прошлого года. Это по налогу на доходы с физических лиц и налогу на имущество организации. По налогу на доходы физических лиц, кто его платит, что зависит от нас, от каждого налогоплательщика в этой ситуации? На сегодняшний день у нас налог на доходы физических лиц вообще решает две задачи. Во-первых, он является, как я уже сказала, основной составляющей для пополнения доходной части как бюджета Чувашской республики, так и муниципальных бюджетов. Во-вторых, он дополнительно компенсирует расходы граждан в виде получения ими имущественных и социальных налоговых вычетов. И, конечно же, исполнение данных задач возможно только при полной и своевременной уплате налога на доходы физических лиц организаций и индивидуальных предпринимателей, то есть тех лиц, которые являются работодателями. Если мы посмотрим, то от полноты перечисления данной категории налогоплательщиков налога на доходы физических лиц напрямую зависит, это, конечно же, своевременность выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, это наши с вами врачи и учителя, это выполнение различных программ, конечно же, социально значимых для нашей республики, это выполнение муниципальных и государственных контрактов. Поэтому, конечно же, этот налог, он очень значим для нашей республики, и ему уделяется большое внимание. Марина Валерьяновна, налог составляет 13%. Учитывается он, насколько я знаю, из суммы заработной платы работника, но платит его предприятие. И как складывается ситуация вот с этой выплатой? Если вы говорите о том, что есть снижение поступлений, и с чем оно связано? Вы правильно отметили, да, конечно же, у нас налог на доходы физических лиц удерживается организациями и индивидуальными предпринимателями заработной платы своих работников. И, то есть фактически плательщиками данного налога являются работники данной организации или у индивидуального предпринимателя, если он является работодателем. И работодатели удержанный налог обязаны перечислить в бюджет. Это их прямая обязанность, установленная налоговым законодательством. И если посмотреть статистику, то по итогам 10 месяцев 2015 года у нас поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Чувашской республики составили порядка 8 миллиардов рублей. Если посмотреть в процентном соотношении, это где-то 96,7% от уровня аналогичного периода прошлого года. То есть мы не дотянули до 100% показателя от аналогичного периода прошлого года. К сожалению, это так. А по отношению, в процентном соотношении к плану? Как это выглядит? Вы знаете, если посмотреть к плану, то плановые показатели мы тоже не выполнили, потому что они выше факта прошлого года. Конечно, поэтому для нас эта ситуация критична в отношении налога на доходы физических лиц. Марина Валерьяновна, в первую очередь, как я понимаю, налог на доходы физических лиц не уплачивают те предприятия, которые, собственно, не платят и заработную плату, где есть задержки с выплатой заработной платы. Но вот если обратиться к информации последних дней, к темам последних совещаний, то предприятий, которые не платят НДФЛ, значительно больше. Вот сколько на сегодня у вас в числе должников? Сколько из них злостных неплательщиков? Сколько тех, кто еще...
скажем так, на кого есть надежда, кому еще можно верить? Да, вы знаете, на сегодняшний день у нас порядка 953 налоговых агентов, кто задерживает перечисление налога на доходы физических лиц, то есть имеет так называемую расчетную сумму задолженности. И эта сумма составляет более 550 миллионов рублей на сегодняшний день по нашей республике. Конечно же, причины вообще, если говорить о снижении налога на доходы физических лиц, в общем, то они являются как объективными, так и субъективными. Мы не раз об этом говорили и это озвучивали. Конечно, объективной причиной является та непростая экономическая ситуация, которая сейчас у нас есть не только в нашей стране, но и в мире. Естественно, она затронула и нашу республику. Это же, конечно же, спад индекса промышленного производства. Это снижение темпов роста фонда оплаты труда. Это и снижение среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника. Одной из причин является также то, что у нас на сегодняшний день на 31,5% увеличился рост возврата налога на доходы физических лиц нашим налогоплательщикам по имущественным и социальным налоговым вычетам. Мы начали анализировать эту ситуацию и увидели, что, конечно же, одной из причин явилось то, что у нас в 2014 году произошел рост на 18% ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, что, конечно же, неплохо. Естественно, у нас возросло количество наших налогоплательщиков, которые заявили имущественный налог вычеты. И в этом году у нас вообще возврат имущественных налоговых вычетов произошел порядка на 1,3 миллиарда рублей. Это очень большая для нас сумма, и как бы одной из причин является в то же время этот фактор. Ну, конечно, безусловно, является нашей проблемой это то, что не все наши работодатели перечисляют своевременно налог на доходы физлиц. То есть играют этим налогом и используют его в качестве кредитных средств для своих производственных целей. Хотя, еще раз повторюсь, Налоговым кодексом Российской Федерации закреплена обязанность перечислять в обязательном порядке этот налог в момент удержания и в момент перечисления заработной платы своим работникам. Марина Валерьевна, ну просто мне бы хотелось заступиться за работодателей. Понятно, что далеко не все поступают так по, скажем, по своему нежеланию или по какому-то там корыстному умыслу. То есть очень многие просто говорят о том, что они элементарно не в состоянии это сделать. Вы согласны идти на какие-то уступки? То есть создавать, может быть, какой-то режим, ну, не знаю, послабления определенные для таких организаций, которые готовы, но не могут? То есть по каким-то вот причинам? Ну, во-первых... Ну, или он выплатит сегодня все вам и закроет вообще все и отпустит всех? Ну, начнем с того, что данный налог, он наш работодатель, он является всего лишь налоговым агентом. То есть ту заработную плату, которую он начисляет своим работникам, он ее работнику выдает за вычетом этого налога. То есть этот налог, он уже изначально сидит в фонде оплаты труда. И наш работодатель, этот фонд оплаты труда с учетом налога на доходы физических лиц относит к себе на затраты в полном объеме, уменьшая тем самым начисление по налогу на прибыль. То есть в этом случае говорить о каких-то послаблениях, я думаю, не стоит, так как это его на самом деле прямая обязанность. Конечно же, у нас есть такая категория налогоплательщиков, которая играет этим налогом, еще раз повторюсь. Данных налогоплательщиков мы анализируем. У нас есть специальный список, где мы видим, какие налогоплательщики у нас снизили поступление налог на доходы физических лиц. Это бывает по разным причинам. Это сокращение численности, например, да, одна из причин и так далее. Невыплаты премии и дивидендов, которые были по итогам 2013-2014 годов. А есть такая категория налогоплательщиков, которая просто не перечисляет налог на доходы физических лиц, при том, что они приобретают... И используют его в качестве оборотных средств. Да, приобретают основные средства, сырье, материалы, что также нарушает их действия определенные. Но данную категорию налогоплательщиков мы, конечно, заслушиваем на своих комиссиях и даем им возможность составлять графики погашения задолженности в пределах, конечно же, разумного, не растягивая на года и месяцы. И если этот налогоплательщик эти графики выполняет, то мы с ним соглашаемся, и, конечно же, мы этому радуемся. Но если он не выполняет эти графики свои после заслушивания на комиссиях различных площадок, то мы вынуждены назначить в отношении него выездную налоговую проверку, в том числе и тематическую, и все-таки в принудительном порядке заставить уплатить этот налог в бюджет. Где ситуация с уплатой НДФЛ?
лучше, в крупном бизнесе или в малом и среднем? Вы знаете, на сегодняшний день... Кто дисциплинированнее? На сегодняшний день, наверное, такой категории у нас нет. Среди крупных налогоплательщиков нашей республики есть такие организации, предприятия, которые не в состоянии на сегодняшний день уплачивать налог на доходы физических лиц. Это всем нам известный концерн, тракторные заводы. Да? Но среди них есть и крупные налогоплательщики, которые своевременно уплачивают налог на доходы физических лиц, и к ним вопросов нет. И то же самое среди субъектов малого предпринимательства. Есть и одна категория, есть и другая. Но радует то, что на сегодняшний день, особенно вот уже в четвертом квартале, наверное, благодаря нашей совместной работе с правоохранительными органами, и с Минфином Чувашской Республики, и глава у нас республики подключился к данному вопросу, и мы еженедельно планерка заслушиваем таких налогоплательщиков, кто имеет наибольшую сумму задолженности. Вот кроме разговоров по душам, какие еще есть средства в вашем арсенале воздействия? А вы знаете, разговор по душам, кстати, имеет очень большой эффект. Вот если посмотреть результаты 10 месяцев, по итогам вот всех этих заслушиваний на различных площадках, работу эту комиссию, если оценить, то получается у нас 1124 налоговых агента заплатили все-таки налог на доходы физических лиц на сумму около 600 миллионов рублей. Поэтому разговор разговором, а он носит свои... То есть это вот только за месяц, за последний? Это за 9 месяцев. За 9 месяцев. А вообще, конечно, я еще раз повторюсь, кроме этого мы проводим тематические выездные проверки, комплексные выездные проверки и оперативные проверки в отношении тех налогоплательщиков уже, где мы видим, что идут скрытые трудовые резервы. Кстати, о скрытых трудовых резервах. До сих пор существуют предприятия, которые выплачивают зарплаты в конвертах, которые не отчитываются там, о каких-то своих доходах. Ну, как вы проводите проверки в таких случаях? Каковы их результаты? Много ли у нас таких предприятий? Давайте с этого начнем. Наверное, к сожалению, их много. Больше стало на фоне кризиса? Больше. Мы уже проанализировали сведения 2 НДФЛ, а это сведения о доходах физических лиц, которые работодатели предоставляют налоговый орган по итогам календарного года. И мы посмотрели по итогам 2014 года, у нас таких стало порядка более 4000 налогоплательщиков. Для себя мы выявили такую категорию, кто выплачивает заработную плату ниже прожиточного минимума. А это напрямую говорит, что здесь есть зона риска, и, естественно, данную категорию налогоплательщиков мы поставили в особый ряд и уделили им пристальное внимание. В отношении них мы опять-таки провели анализ, из чего и из кого они складываются. Мы увидели, что есть ряд таких налогоплательщиков, где заработная плата даже руководителей этих немаленьких организаций по размеру составляет ниже, чем работа младшего персонала того же сторожа, например, или вахтера, что, в принципе, наверное, в природе быть не может. Есть также такая категория у нас налогоплательщиков, кто выплачивает заработную плату ниже даже минимального уровня, что тоже быть не может. Поэтому, конечно, к ним мы пришли на проверки оперативные, мы посмотрели из 1600 случаев, где мы уже побывали, порядка в половине, это 880 налогоплательщиков, налоговых агентов, мы выявили нарушения, в том числе и скрытых трудовых резервов, то есть выплату заработную плату в конвертах. Из них по 452 уже представлены декларации, и вообще дополнительно поступило в бюджет около 60 миллионов рублей. То есть работа в этом направлении нами тоже ведется. Вот отдельное еще направление, ну, в рамках этой темы, это неузаконенные трудовые отношения. В общем, достаточно остро стоит проблема, особенно для регионов, когда жители уезжают на заработки в другие города, в основном в центр. Вот как у нас с этим дела обстоят? Насколько вот вы сумели, может быть, продвинуться в этой работе? Ну, у нас наши недобросовестные работодатели нередко прибегают к зарплатным схемам оптимизации налогообложения. Это ни для кого не секрет, он есть также и у нас. И заключаются они в том, что официально сотруднику выплачивается только часть его заработной платы, реальной заработной платы. На эту же часть, как обычно, заключаются трудовые договора при приеме на работу. И наш налогоплательщик, конечно же, в этом для себя видит определенные риски, как правовые, так и финансовые. Конечно же, получая заработную плату в конвертах или устраиваясь на работу, не имея вообще никаких трудовых отношений, не заключая эти трудовые договора, во-первых, данный гражданин, он теряет право на получение каких-либо имущественных и социальных налоговых вычетов при приобретении жилья, либо получении образовательных или медицинских услуг. Во-вторых, конечно же, он лишает себя права получать достойную пенсию в будущем.
В-третьих, конечно же, безусловно, при необходимости он не сможет получить никакие кредитные средства в банках, потому что им нужна реальная официальная заработная плата. И, конечно же, такие работодатели, как правило, они и в дальнейшем нарушают права своих работников. То есть идет нарушение прав в отношении отпускных, либо выплаты за работу в выходные праздничные дни, либо компенсационные выплаты. Поэтому я считаю, что каждый гражданин, поступая на работу к своему работодателю, конечно, должен об этом задуматься. Марина Валерьевна, давайте все-таки вернемся к налогу на прибыль. Вот вы сказали, что да, действительно интересная ситуация, несмотря на сложные экономические условия. Почему мало того, что вырос, так еще и так вот устойчиво достаточно выглядит. При этом получается, что эта сумма меньше, чем налог на доходы физических лиц для предприятий? То есть она более подъемна? По каким причинам они платят один налог и не платят другой? И почему именно налог на прибыль? Ну, во-первых, сам налог на прибыль нам легче контролировать, потому что мы ежеквартально видим декларации, мы можем анализировать и доходную, и расходную часть предприятий, можем им указать на те недостатки, которые мы видим в отношении проверки этих деклараций. А во-вторых, в связи с тем, что год непростой, естественно, курс валюты у нас, в принципе, растет вверх, у многих организаций образовалась курсовая положительная разница. Естественно, это внереализационные доходы, естественно, это налог на прибыль. Ряд организаций реально увеличили выпуск готовой продукции, реально увеличили выручку от реализации товаров, работ, услуг. То есть это говорит о том... Мобилизовались. Да, мобилизовались в трудную минуту и неплохо сработали. Мы рады этому и надеемся, что и год завершим удачно. И очень надеемся, что 2016 год тоже для предприятий нашей республики будет плодотворным. Марина Валерьевна, и если у людей возникают какие-либо вопросы, какие-либо подозрения относительно уплаты своих налогов, то есть тех налогов, которые за них платят предприятия, куда они могут обратиться? Для сообщения информации о выплате заработной платы в конвертах, либо не заключения работодателями трудовых отношений, наши жители могут обратиться по телефону горячей линии 30 27 89, это телефон управления Федеральной налоговой службы, а также во всех территориальных налоговых органах имеются соответствующие телефоны. Информацию о данных телефонах вы можете узнать на нашем сайте www.nalog.ru. Там есть в разрезе каждого муниципалитета, в разрезе каждого территориального органа данная информация. И хотелось бы отметить, что на сегодняшний день у нас уже поступило 59 таких сообщений за последнее время. Из них по 23 сообщениям факты подтвердились. Наши налогоплательщики после проведенных нашими работниками оперативных мероприятий заплатили дополнительный налог на доходы физических лиц порядка около 2 миллионов рублей. Ну и, конечно же, мы хотим обратить внимание налоговых агентов на неукоснительное выполнение своих обязанностей по перечислению налога на доходы физических лиц в связи с тем, что данный налог, он очень важен для нашего региона, он выполняет определенные социальные функции, и мы надеемся, что наши работодатели своевременно все-таки будут его уплачивать. Спасибо вам большое, Марина Валерьевна, за такие очень подробные ответы. А я напомню, что сегодня нашей собеседницей была руководитель управления Федеральной налоговой службы по Чувашской республике Марина Петрова. Всего доброго и до встречи в эфире Национального телевидения Чувашия.